Очень важным решением, я считаю, решение Европы не покупать больше нефть и газ у России, пока Россия мучает Украину, и пока не произойдет настоящая смена режима внутри самой России. Многие из тех, кто вернулись, боятся. У них нет другого выхода, кроме как оставаться в России. Если однажды холодная война между Китаем и США перерастет в открытое противостояние, все долларовые активы Китая будут заморожены.